Здравствуйте, в эфире «Вести Чукотка». В студии Анастасия Сертун. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях в округе. Дело на миллион. В окружной больнице неизвестные похитили дорогостоящие лекарства, предназначенные для больных онкологией. В настоящее время сотрудниками регионального управления ФСБ проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление участников хищения, а также выявление иных эпизодов их преступной деятельности. Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В октябре 2022 года неизвестные предоставили заведомо ложные сведения о необходимости лечения дорогостоящим лекарством энзалутамид онкобольного, который в указанный период в учреждение здравоохранения Чукотская окружная больница за медицинской помощью не обращался и фактически проживает в другом регионе. После чего неустановленные лица похитили указанный препарат, который закупается за счет бюджета в рамках национального проекта здравоохранения, на общую сумму около 1 миллиона рублей. В настоящее время у ФСБ проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление участников хищения, а также выявление иных эпизодов их преступной деятельности.